Национальный художественный музей Якутии представил свои проекты на международном фестивале «Интермузей-2017». Он проходит в эти дни в Москве. О темах и главных задачах фестиваля расскажут наши корреспонденты. В центральном выставочном зале «Манеж», который занимает площадь 6,5 квадратных километров, можно увидеть экспонаты из 300 музеев мира. В течение 18 лет этот фестиваль является площадкой обмена опытом и демонстрацией редких коллекций в интерактивном и стендовом форматах. Наш музей здесь очень хорошо знают, наш музей узнают, очень любят. Посетители к нам приходят, они очень здорово посещают наши мероприятия, которые мы проводим в рамках фестиваля «Интермузей». Музей будущего – так обозначена общая тема фестиваля. Темпы развития общества заметно ускорились. Это меняет жизнь музеев и расширяет его границы. Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия стал одним из первых музеев Российской Федерации или одной из первых институций, которые применили в реальной своей экспозиции технологии дополненной реальности. Министерство культуры поддерживало этот проект, и мы очень гордимся, что у коллег получился очень интересный проект. Наш художественный музей, который сегодня здесь показывает виртуальный мир и свои достижения, он тоже не стоит на стороне. И вот в этом большом, скажем, кругу всех музейного творчества, я очень рад, что мы есть, что мы здесь, и мы что здесь не самые крайние, мы здесь очень важные и главные. Современный музей – это не только сокровищница, но и учреждение, выполняющее просветительские и образовательные функции. Наверное, поэтому фестиваль «Интермузей» вызывает огромный интерес у публики. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.